Пабу диз Кыргызстан дух Божий с тобой. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно. Сегодня суббота, 6 августа, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас помолимся, попросим Него направление, защиту, веру, чтобы сегодняшний день был успешным для нас. Давайте обратимся к Богу. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. И мой Бог, во имя Иисуса Христа, мы обращаемся к Тебе в молитве сейчас. Мы начинаем, Господь, сегодняшний день с молитвы Тебе. Мы верим, мой Господь, что каждый раз, когда мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса, Ты нас слышишь, Ты это обещал. Мой Господь и мой Бог, я прошу, благослови сегодняшний день. Мой Бог, направь нас, дай нам силу, веру, чтобы мы могли делать не то, что мы хотим, а то, что, мой Бог, Ты хочешь, да будет исполнено в нашей жизни. Воля Твоя. Защити, мой Бог, и благослови нас. Поставь сильных ангелов вокруг нас и защити нас, нашу семью, наших друзей. Мы просим, защити от аварии, защити, мой Бог, от зависти, от проклятия. Мы отдаем Тебе нашу жизнь, и мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Спасибо Тебе за веру. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда с нами. Мы благодарим, мой Бог, Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Мой Господь, и также мы молимся сейчас за нашу страну. Просим, чтобы Ты благословил, мой Бог, нашу землю, чтобы Ты благословил нашу страну, для того, чтобы и здесь, в нашей стране, также и была исполнена воля Твоя. Мы благословляем, Господь, Кыргызстан, и мы провозглашаем. Наша страна благословлена Тобою. Излей, мой Бог, Твои благословения до избытка. И пусть, мой Бог, у народа Кыргызстана появится желание Тебя познать, обратиться к Тебе. Мы молимся за всех работников. Мы молимся, мой Господь, за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть в нашей стране. Дай им мудрость, используй их для того, чтобы они управляли нашей страной успешно. Мы молимся также и за другие страны бывшего Советского Союза. Просим, мой Бог, благослови Твой народ. Сейчас есть люди, которые из разных точек мира молятся с нами. Благослови каждого из них. Защити каждого из них. Особенно мы молимся за мир между Россией и Украиной. Да будет, мой Бог, Твоя защита, мой Бог, в жизни Твоего народа. Во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолите со мною сейчас. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, я верю, что Бог услышал нашу молитву и уже благословляет сегодняшний день. Аминь. Я хочу передать вам направление на сегодняшний день.
о том, что написано в Слове Божьем. Книга Неемии, 6 глава, 16 стих, в Библии написано вот так. «Когда об этом услышали все наши враги, все окрестные народы испугались и потеряли свою самоуверенность, потому что поняли, что эта работа была сделана с помощью нашего Бога». Это сильно, да, дорогие друзья? После столько гонения, преследования, написано в Библии, что окончательно народ Израиля закончил перестройство стены Иерусалима. И когда все это закончилось, это было настолько сильно и написано в Слове Божьем, что враги тогда, они даже стеснялись, потому что они признали, что с Божьей помощью у народа Израиля получилось. Дорогие друзья, вы знаете, что все препятствия, все битвы, через которые мы проходим в жизни, все это дает тогда нашему свидетельству силу, потому что никто не сможет, дорогие друзья, сказать вам, что вам повезло, что вы удачный человек, но они увидят, что Бог вас благословил. Имейте эту веру, что победа точно будет. Бог вас не оставит. Сегодня на работу, поедете с этой верой. Куда бы вы ни поехали, имейте эту веру. Победа точно будет. Мой Бог меня не подведет, потому что это точно. И вы увидите Божье благословение в вашей жизни. Это Божье слово для вас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. В 6 утра, по бишкекому времени, вы можете присоединяться к нам. Хорошо? Напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой молитве с нами. И в ваши комментарии добавьте, пожалуйста, вот эту фразу. «Моя победа точно будет. Мой Господь меня не подведет». Пусть Бог благословит вас обильно, дорогие друзья. Идем вперед. Хорошего вам дня.